дезертную чаем, чтобы забить все эти дела. Всем привет, друзья. Всем спасибо, кто пришел на стрим, поддержал меня. Че, приступим? Давайте вот с дэндвича. Чоризо или чоризо? Там колбаски. Острые колбаски. Посмотрим, что внутри. Ух ты! Внутри все обалденно. Все эти дела мне вышли на 836, по-моему, рублей. Обалденно. Просто нет слов, одни лишь слюни. Острота чувствуется чуть-чуть, самое то, кстати. Не пожар во рту, а вот именно как раз самое то. Додстер. Супер мясной написано. Называется. Вон и мясо. Очень вкусно. Но дэндвич был повкуснее, посочнее. Тут суховато. Но в целом вкусно.
Это у нас стартер грибной. Обалденно. И там еще есть сырный. Надо будет попробовать как-нибудь взять. Грибы, еще что-то. Давайте вот так вот сделаем. Вот, по центру. Приступим к десерту. Такие слоеные палочки. Тут ананас, ягоды, брусника, по-моему. Полита сгущенкой. Кислая ягода. Клюква, по-моему. Никакая брусника. Очень вкусно. Да, уменьши делать. Чё, вкуснее не ел. Да не ел. Чизкейк вкуснее. Но эти тоже вкусно. Тоже тема.
Я наелся, но не объелся. Честно, я бы съел бы еще что-нибудь еще. Типа стартера, еще бы сырного. Надо было его еще бы заказать. Я что-то по граммам посмотрел, думаю. И так много будет. Да, еще бы что-нибудь штучку бы заточить бы. Самое то. Да ладно. Опьедаться это плохо. Как говорят, надо выходить из-за стола со вкусом легкого голода. Да не голода, нет, мы в самый раз сейчас чаем бы и зальем. И все. Обалденно. В общем, все, друзья, прием пищи был просто топовый, просто на высоте, просто бомба. В общем, как всегда.